Конфликт на борту «Флайерстан» обрастает новыми подробностями. Пресс-служба авиаперевозчика показала кадры из аэропорта, на которых видно, что произошло на самом деле. Видео, снятое на борту рейса Алматы-Нур-Султан, облетело соцсети в конце мая. Конфликт между пассажиром и сотрудником авиакомпании произошел из-за ручной клади. Мужчина якобы отказался объединить две сумки в одну, как требуют правила. В дело вмешалась полиция, рейс задержали. По словам пассажира, он просто нес сумку у жены, так как у него в руках были билеты. В ответ авиакомпания распространила кадры, снятые камерами в аэропорту. На них видно у женщины свой багаж, у супруга действительно две сумки, а не одна, как разрешено правилами. Очевидно, ставить точку в конфликте пока рано.